Окей. Это внук лисы. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Артур Страхов и мой канал Джинс Футбол. Артур Страхов, Страхов, Страхов. С этого момента я Артурка Трахов. Я в кармане нашел свой броковский один косарик. И вот с этими ребятами я сегодня хочу... Нет, ну, заработать. Тот, кто забьет пенальти креативным способом, тот получит эти деньги. Участвует наш Макей. Это внук лисы. Ой. Тёма Леванды, Саня Фифа, где твоя Ашка, братан? Я всегда. Все. Максим Пельмень и наш сегодняшний вратарь. Но он будет просто ловить мячи, а может быть, будет и пропускать. Поэтому поехали. У нас будет по два удара. Ты, блядь, положи их уже. Сразу видно, что он брок. Сразу. Да, поехали. Раз, два, три. Пошел вон. Я первый бью. Раз, два, три. Пошел вон. Раз, два, три. Раз, два, три. Я последний. Я последний. Амкаловцы к нам залетели, но не на челлендж. Вот так вот, а просто на поле. Я первый бью пенальти. Пенальти от Тьерри Анри. Поехали. Раз, два. Не получилось. Короче, не получилось мне забить, ребят. Сейчас идет Тёма. Очень интересно, каким же он способом пробьет пенальти. Куда прыгать будешь? Давай, 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 давай. Круто было, чувак. Блин, слушайте, а шансы увеличиваются. Вот что хочу сказать. Но есть еще одна у меня попытка, потому что я не попал. Давай, Саня. Поехали. Только не делай это. Давай, 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 давай. Нормально. Неплохо, неплохо. Можешь сказать пожелание лисе. Поцеловать мячик, сказать, это ты. Ну не, ну он просто удар. Ну да, да, что-то было. Это все потому, что он профи. У тебя еще есть одна попытка, поэтому нормально. Макея красивый гол, любой гол, потому что важно забить. Все. Но самый главный гол он должен забить лисе в девятку. Вечером. Сколько лисе говорят, столько ни о ком не говорят. Ой. О, человек пельмень. Ой-ой-ой. Все, ну хотел красиво. Есть еще одна попыточка, ребят. Вот сейчас я попробую как раз. А что у нас выигрывает? Пока что кто? Пока что выигрывает у нас Тёма Леванды, потому что он очень круто пробил. По-моему, потому что он единственный гол забил. В принципе, он уже может не бить. Спасибо. Не, ну может. Умеешь куда говорить? Отъебись-то я не. Поехали. Окей. Это Рабона челлендж. Косарь мой. Неплохо. Рабона дарил, да? Конечно. Да, да. Косарь. Косарь. Блядь! Сломал светилище. Блять, он их сломал. Пиздец. Я заснял. Вот, блядь. Броуки, блядь. Ребят, вы представляете, это, ну слушайте, это выше всех похвал. Мне кажется, это победитель наш, вот реально. Никто так не пробил, как он пробил. Но все-таки давайте посмотрим, как ударят остальные. Саня, ну ты понимаешь, что мы проиграли, поэтому хоть что-то, хоть что-то. Ну, блядь, давай, 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 братан, косарь. Ай-яй-яй. Ну хоть как-то. Слетел, слетел. Ребята, по скидке Ашки недорого, обращайтесь к Сане. Ульда, Ульда магазин. А, Ульда, Ульда, да. Ты не пусть. Давай, представь, что это лиса. Вот заметили? Только он представил лису и сразу забил. Секрет успеха. Это самый креативный гол был, мне кажется, в истории всех челленджей, нет? Да. Самый креативный. Наш челлендж заканчивается, потому что Тёма... О, блядь, ты ещё. Я вообще забыл. И вещь большая. Сука. Старался, старался. Иди пельмени поешь. Короче, ребята, у нас победитель. Иди-ка сюда, дружок. Он получает косарек. Ай, приятно, бро, приятно. Ну, приятно. Реально, это круто было, потому что ты вообще, я не знаю, как ты, блядь, ударил приятно. Так и так, и так, еще сломал ворота. Это было классно. Это уровень. Но это уровень. Также спасибо нашему вратарю, он сегодня стоял. Пожалуйста, чтобы Тёма выиграл. Ребятам, да, реально, да. Ребят, подписывайтесь на Броков, потому что мы самые сильные, мы
самые крутые, мы самые охуенные и не сломанные. Вот так вот. Лёд, и нас не сломать. Лёд, не забудьте дать косарь за установление ворот. Да, тебе не пригодятся. Ну и всем пока. Чао.